Всем фантастическое приветствие! Меня зовут Александр. И сегодня мы будем с вами кормить птичек с развивающей магнитной игрой «Чудной червяк». В наборе одно дерево с отверстиями, три птички и 10 червячков. Дятел очень хочет покормить своих птенцов, поэтому голодные птички свили свое гнездышко на дереве, в котором прячутся червячки. А помогут им в этом магнитные элементы, которые расположены на клюве птички мамы и носиках червячков. Ребенок познакомится с различными цветами, а также будет развивать моторику рук и пальчиков. Сверху в кроне деревьев есть небольшое отверстие. Если мы покрутим листья, то мы увидим один из цветов. Красный, желтый, оранжевый, синий или зеленый. Это значит, что мы должны выбрать червячка соответствующего цвета, найти его в дупле дерева и покормить им птенцов. Игровой набор изготовлен из экологически чистого материала, шлифованного дерева, покрытого безвредными красками. Приобрести данную игру вы можете на нашем сайте fantastic.by или в стационарных магазинах. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, вы можете воспользоваться услугой видеоконсультации на нашем сайте или оставить комментарии под этим роликом.